Найден мертвым владелец челябинской компании, который проходил подозреваемым по делу о скрытии налогов Ариантом. Погибший Виктор Жабин, он же владелец ООО компании «Резерв Агро». Тело мужчины нашли в его квартире 8 июня. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено. Мужчина был одним из подозреваемых по делу о налогах. Следствие считает, что через фирму Жабина проводились фиктивные хозяйственные операции, за счет которых Ариант возмещали НДС, сообщает знаком. Ранее было возбуждено дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В настоящий момент ведутся следственные мероприятия.